Так, здорово, давай посмотрим, что у меня вышло за 21 год по боевой статистике. Хоба, сука. Не, ну это я не знаю. Ну, ни одно событие не проходит без этого, а? Ну, просто как обычно, вставлю вставочку при монтаже обязательно, кое-какую, ага. Давай еще разочек. О, запустилось. Нормально. Давай, наверное, звучок подрубим. Поехали. 64% побед. Ну, такое, не 65. Да, немного подсдал. Твоя любимая нация Италия. Ну, это я потому что играл на коро кучу боев. До взятия трех отметок. Три лучших боя, чистый опыт. Восьмерочки. 122 ТМ. 6800 урона, кстати говоря. Помню, да, там был боечек с десятками. Нехило, нехило. Ага. Боевой отчет. Ага. В сравнении с 20-м годом немножко, да. Процентик-то подупал. Боев на арте 0. Нормально, нормально. Самая редкая эпическая медаль. Медаль пула. Нихера себе, 179. Это я только в 21 году получил. Твоя счастливая карта монастырь. Странно, я думал какой-нибудь либо Берлин или Эль-Халуф. Твои самые любимые танки. Беха, ВЗ-55. Согласен, коро нет. Коро нихера не любимый. Это просто потому, что куча боев на нем было. Поэтому его сюда запихали. Ясненько. Чистый опыт общий и средний. Ну, сухие цифры вообще ни о чем не говорит. Твой общий урон. Такая ж херня. Что это за миллионы? Кого? Ну, типа, круто, наверное. Ага. Твои попадания. Есть попадания. Снайпер, заслуженное тобой звание. Точность 82%. Ну, тупо белки в глаз, ага. Обнаружение. Я есть свет. Ну, мало я играл вот в том году на ЛТшках. Любимые мишени. И 7, потому что попсовый популярный в танковом сообществе. Про гетто, ФВ, это да. Еще люблю арту захерачивать. Угу, кто же не любит-то? Всего машин уничтожено. Ну, тоже сухие цифры. Хер пойми, что это, кого это. Машин сожжено. Вот это прикольно. Вот это да. Подпал. Сожжено жоп 193. Тораном 182. Ну, слушай, я прям неплохо так. Неплохо так их затаранил. Твой заклятый враг. Прогетка. Ну, это да, это обычно подсосники в конце боя приезжают, в тебя барабан дают и все, как бы. Это да. Режим битва блогеров. 7,7% побед. Ну, а чё? Нормально. Лупендили. Как сейчас помню, были времена. Линия фронта. Заработано кредитов 885 тысяч. Нихера себе, нормально. Чётенько. Ранговые бои. Эффективность 142%. Любимая машина ВЗ-55. Я думал суперконь, потому что по ощущениям я играл на нем больше. Вафентрагер. Ну тут сратый процент побед, потому что ну, люди тупо не понимали, что делать на гончих. На вафлета было вообще просто играть. Изи. Режим мирный я тоже там особо много не играл. Чисто получил награду и все. Ну, ни хера не понятно, что за цифры. Ну, походу и все. Да. Опа. Резервики X5. Это нам надо. Это мы получаем. Да.